Значит, насколько я понимаю, Центробанк хочет разорвать эту связь. Вот ты увидел, восхитился. Но вот ты исходи еще через недельку, принеси, может быть, нам подтверждение банка, что будет кредитная, значит, линия на этот товар. Ну, тогда мы тебе продадим. Может, ты за это время немножко остынешь. Ну, вот картина примерно такая. То есть они ужесточают, ну, как бы административное регулирование, потому что экономические механизмы не работают. И они не могут работать. Но вот как они могут работать, когда российская экономика все менее является рыночной? Ну, Набиуллина пытается использовать механизмы, которые более-менее работают в рыночной экономике, но экономика России уже все менее рыночная, она все более командная, она все более разбалансированная, и как бы ЦБ не старался, но очень многие причины инфляции, но они ему не подвластны. Причем это не то, что я говорю, да, это сам ЦБ недавно вышел с вытянутым лицом и сказал, у нас тут возникла такая целая сфера в экономике, которая вот на нашу ключевую ставку вообще никак не реагирует, и мы там сделать вообще ничего не можем. Ну, такая дивная картина. Игорь Владимирович, ну, хочется с вами поговорить и про удары по НПЗ и нефтебазам. Как сильно вот все эти действия ВСУ ударят по ценам, но уже на российском рынке? Ну, вы уже сказали, что да, конечно, ударят, потому что все-таки надо же понимать, что значительная часть всех перевозок, в том числе перевозок для всей розничной торговли, это автотранспорт, соответственно, удорожание топлива ложится на все издержки торговых сетей и, соответственно, ложится на все розничные цены. Люди этого очень часто не понимают, я иногда смотрю интервью, и люди говорят, да мне на цены на бензин наплевать, у меня машины нет, мне это, в общем, глубоко троюрод. Ну, человек не понимает, что, может, у тебя машины-то нету, конечно, но вот все товары, которые ты пришел в супермаркет покупать, они же не телепортировали туда, да, их не завезли на лошадях, их привезли на грузовиках, и все затраты, они легли. Но люди же экономику не понимают, им кажется, что они защищены от роста цен на бензин, коли у них своей машины нет. Ничего подобного. Поэтому сейчас в России издержки растут по всем линиям. Куда ни глянешь, какой процесс ни копнешь, он все обязательно выводит на рост издержек. Значит, начинаешь разбираться, значит, с транспортом, у тебя дорожает моторное топливо, значит, у тебя, соответственно, растут издержки транспортировки. Начинаешь разбирать экспортные, импортные операции, у тебя появляется безумно сложная система расчетов по импорту, черт знает какие, да, и у тебя опять появляются издержки, потому что хоть как-то деньги дошли до китайской компании, а это требует каких-то совершенно безумных схем. Последнее, что мне удалось прочитать, что люди выгоняют, значит, деньги в золото, золото ухитряется как-то продать, значит, в Сингапуре на это золото купить юани, которое принимает, значит, китайская экономика, потому что это получается, если из Сингапура, то это вроде чистые юани, а из России грязные. Ну, значит, приходится делать такие сложные их многоходовые комбинации, соответственно, каждому посреднику платить, это все издержки. Эти издержки включают розничные цены, растут цены, значит, повышается темп инфляции. И что ЦБ с этим может сделать? Ну ничего, будь даже Набиуллин лауреатом Нобелевской премии, но что она может сделать, если экономика загнана в беду, и вот такие истории происходят каждый день.